Кабель вынимайте. Дорогие друзья, всем привет! С вами Алексей Тарасов, канал Виктор Студия. Сегодня мы продолжаем серию видео о возможностях электропилы ЭПЧ-3 высокочастотной. И мы решили поддержать наших северных друзей, тех, с кем приходится, кому приходится сталкиваться со льдом, пилить лед, большие толщи. Значит, мы нашли в городе Ижевск вот такую здоровенную глыбу, сейчас глыбу льда, сейчас мы ее посмотрим поближе, и будем пилить 70-сантиметровой шиной. Шина штиль, цепь будет 3/8, 36RS. Посмотрим, как справится. Итак, здесь какая-то котельная, и вот намораживает лед. Вот такая здоровая глыба. Сейчас мы ее отпилим. Сверху будем пилить бензопилой, снизу попробуем ЭПЧ, потом будем горизонтально пилить. Итак, нам понадобится бензопила. Для этого мы используем нашу любимую японскую эхо бытовую, достаем вот такую пилу, и ей мы отрежем верхнюю часть глыбы, которую мы только что видели. Так, сложность заключается в том, что она вертикально стоит, и мы, если мы ее сейчас подпилим сверху, она может рухнуть и расколоться. Сейчас пытаемся решить. Если посмотреть сзади, в принципе, здесь достаточно толстая, мощная ледяная основа. Меня опять терзают смутные сомнения. А там достаточно тонко. Еще было опасение, что глыба рухнет в ту сторону, а нам это совсем не надо. Решаем дальше. Вот, кстати, сними. Снимаешь, да? О. Чего? Все? Это тот случай, когда не хватает напруги. Если у вас вот такая вот штука, значит напряжение маленькое, а не то, что пила слабая. Для хорошей качественной работы пилы нужно первое проверить, чтобы ток был достаточный, то есть напряжение в сети должно быть или 220, или 3 фазы хорошие. А второе очень важное условие, должен быть качественный ноль. То есть нулевой провод должен быть не скручен как-нибудь, там не кто-то держать его. Он должен быть болтовым соединением, прочно соединен. Включаю. Вот. О, пошло дело. А сейчас мы будем работать на 220. К сожалению, здесь не нашлось 3 фазы. Мы попробуем. Сможет, не сможет. Так. Ой. Сосулечки. Давай. Угу, все, отбегай сам. Так, надо как-то безопасно отпилить. Придется делать, наверное, левой рукой. Левой рукой заводим шину. Итак, пропил сделан. Отключаем. Верхняя часть сработала. Все. Так, пробуем включить пилу, на которую упала ледяная глыба. Просто проверим.
Значит, все провода целые. Конструкция выдержала. Единственное, только немножко погнула крышку, и алюминиевая труба сломалась. Все восстанавливается. Ну вот, собственно, ничего страшного не произошло. Труба под замену. Крышку тоже придется отремонтировать. Тут сломалось крепление трубы. Ну, здесь кожух у нас погнулся, это не страшно. Все остальное целое. Сломанного бойца уносим. Сейчас будет следующий. Сейчас что мы имеем? Это у нас форсаж. Цепь здесь старенькая. Штиль RS-36. 36 раз. Thank you.